Всем-всем доброго вечера. Это кто у нас первые спать завалились? Кто? Лисица-сестрица. А с ней феюшка рядышком. Как это так? Не шейх, а с лисенком она спит. Ой, а тут балдеет белая милота. Ну, почти белая. Пузико самое темное и носик, да? Ух ты, милаш. И шейх даже на голос не бежит. Даже не бежит. Спит он. Вот эти милашки здесь спят. А говорит, гладь меня, мать, гладь, гладь. Да, я тут один, как принц. Такой вот маленький принц. А если носик закрыть и глазки, то тебя все можно не увидеть на снегу было бы, да? Как медвежонка белого. Почти белого такого. Вот он, лопатушка. А шейхунчик тут завалился, примостился. Местечко себе нашел. Обычно услышит голос, бежит. А тут все, сильно утомились все, да? Конечно, столько дел переделали. Прям непочатый край, непочатый край. Ведь весь день все в делах. А теперь всем желаю такой же безмятежной, спокойной, спокойной ночи. Ну, а тут девчонки-красотонки, красотулечки, а? Тут лялька, лялька такая, лялька. Ух ты, развалились. Ой, тебе, говорит, гладь, гладь пузико, мама. А ты спокойной ночки всем пожелаешь? Ты лапкой вот так помахаешь, да? Ай, скажи мне, даже голову поворачивать лениво, да? Так, тут дальше холмик вот этот вот. Это живой холмик. Тут Милуська, вот тут головуська, вот она шевелится, живой холмик. И Викуся с краешку притутулилась. Тоже всем желает вот таких же снов, сладких, хороших и очень спокойных. Ну и Бусеночек, конечно, вам тоже всем желает спокойной ночи. Спокойной ночи и самых сладких снов. Ну и Донечка, наша красавица. Притутулилась в уголочке, чтобы ее никто не беспокоил. До завтра, наши дорогие.